Первый вопрос, вопрос от подписчиков, вопрос от команды, почему не собрал состав? На самом деле хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто не явился сегодня на игру. Нет вопросов только к паре людей, которые по обоснованным причинам не пришли. Остальные, ну, спасибо. Очень приятно получать 10 мячей в свои ворота, ребят. Я не знаю, у нас, конечно, не профессиональная команда, но какое-то уважение надо к себе иметь. В принципе, начало майских, первый день праздников, впереди еще там 9 дней, считай, можно отдохнуть, а вы уезжаете. Ну, можно было на один день остаться. В общем, большое спасибо вам всем, ребят. Да, кстати, Андрей, с праздником, с начала мая. Начало мая завтра, да? Да, сегодня 30 апреля. 20 человек в беседе, на игру приходит 7 человек. Чем вызвано? Я не знаю, почему так происходит. Наверное, всем захотелось резко отдохнуть, все у нас так устали. Вот, и у нас слишком напряженный график в СФЛ. Футбол всем уже надоел. Ну вот и пожалуйста. Спасибо всем еще раз. Упустили победную серию, 8 матчей подряд побеждали, сейчас не победили. Твои эмоции? Да. Желательно без мата. На самом деле эмоций как таковых нет, просто обидно, наверное, за команду, в плане того, что «Маяк» для меня не просто парни, которые приходят поиграть, а обидно, что вот так вот сегодня ребята отыграли. К тем, кто есть, претензий нет, боролись, бились до конца, но к концу играть тоже бросили уже. Да, давай отбросим эмоции тогда, объективно говоря, по турнирной таблице. Сейчас прошел какой-то спад, да, «Маяк» к концу сезона для тебя на каком месте? Если объективно уже рассуждать, судя с такой явкой на игру, с всеми объективными вытекающими, «Маяк» на каком месте? Ну, наверное, второе, третье место объективно. Если мы до конца сезона будем также собираться, это вообще, может быть, даже и 105 выпустить можем, потому что вот «Синтез» набирать начал. Макаби набирать начал, да. В принципе, такими темпами можем вылететь из пятерки вообще. Ну, не знаю, мне уже... Вот после сегодняшнего матча, на самом деле, мне все равно. Да, давай дадим должное Young Boys. Ребята сегодня много бегали, несмотря на наши все сопротивления. Забили столько, сколько не забивали другие команды за весь прошлый круг, за начало этого круга. Твои комментарии по их игре. По делу или нет? Ну, я не знаю. Или с оптимальным составом все-таки можно было обыгрывать? Я думаю, если бы подъехали все наши игроки, хотя бы замены 4-5 было, причем хорошие замены в виде там Дани Соколова, Антона Пасечного, Леши Боднарука, думаю, результат был бы таким же, какой в первом круге, а может и крупнее. Что ты можешь сказать по своей игре, по игре команды, по игре соперника? Запикаешь все-таки, да? Да ты ну просто полная. Просто, ну вот вышли, обосрались, вообще приезжать. В команде 20 человек, приезжает 7 у средней команды. Ну вот при всем уважении к Young Boys, средней команде. Ребят, ну это просто извини за работу, просто. Вот, собственно, сейчас вот, извини, перебью, за нашими спинами, собственно, сейчас и доказывается то, да, что... что оптимальный состав. Да, все решает. И даже пара замен все решает. Я не знаю, что у тебя еще спросить, можешь сам поговорить. Мне нечего вообще ответить. Стендап. Все, всем спасибо. СФЛ топ, «Маяк» говно. Не знаю, все, заканчиваю.